Привет, ребята, с вами Никита, и сегодня мы играем в Carrots Car. Я выполняю ваше задание по комментариям. Спасибо, что присылаете задания для хищных тачек. И сегодня я выбрал такое задание. Нам нужно, ребята, пройти всех боссов 2019 года по следующей схеме. Капрот. Мы должны победить аллигатором 4-я бомба, молнию комбайном 4-я бомба, хруща и черепаху битиком без бомб, капитана ведро черепахой 4-я бомба. Так, ну что, ребята, я так понимаю, победить всех боссов 2019 года это и есть победить всех боссов, потому что они в 2019 году у нас все так и есть. Никаких новых боссов у нас, по-моему, не появлялось. Так что давайте начинаем по порядку, ребята. Капроду нам нужно победить аллигатором на 4-й бомбе. Я уже взял аллигатора. 4-я бомба это кластерная, я ее тоже взял. И идем на нашего Капрода. Так, я никакие спины не кручу, ребята, потому что я знаю, что Капрод не такая уж и сильная тачка. Так что давайте. Ух ты, аллигатор какой у нас мощняцкий. Вот он Капрод, ребята, потихоньку. Пускай нас немножко погрызет. Мы его, может, давайте покусаем, да? Давайте немного покусаем еще его. Кого мы вызвали? Бомбера. Так, бомберы ему немножко отняли жизни. Давай, кусай, аллигатор, кусай. И сейчас сбросим все бомбочки, которые у нас есть. На, одну бомбочку получаю, уже одну бомбочку ему дали. И еще куча этих осколочных бомбочек ему. Так, на-на-на-на-на-на. Ну что, сделали мы его? Есть, финальная бомбочка. Фу, хорошо, ребята, очень такой легенький боссик и такая сильная тачка аллигатор. Так, ну что, спускаемся в гараж и берем следующую тачку для босса молнии. Нам нужно взять комбайна. Так, у комбайна должна быть тоже 4-я бомбочка. Вот он комбашка. У комбайна 4-я бомба, 4-я бомба кластерная. Ну что, бомбу зарядили, идем на молния. Так, ребята, здесь я решил немножко не рисковать. Крутанул спинчик, нам еще две бомбочки упало и немного урона. Ну что, посмотрим, как комбайн сейчас сделает молнию. Так, давайте перелетим к тачке. Нам лишней жизни терять не надо. Вот она появилась, молния. Так, я сразу молнию шантрахнул одной бомбочкой. Ждем, ребята. Вот она, молния. На тебе бомбочку еще одну. И еще... Промазал, скинул две бомбочки и промазал. Давайте такой ближний бой попробуем. Пускай наша молотилка или косилка. Ой-ой-ой, на тебе бомбочку. Давай, вот, хорошо, подъехали под молнию. На тебе бомбочку. И чё? Сейчас еще одну бомбочку можно дать. Ну что, ребята, всё? Я даже ничего делать не буду. Нет, всё-таки бомбочку выпустил. Ладно, ребята, отлично. Фу, супер. Нормально так разобрались мы с молнией. Идем в гараж за следующей тачкой. Нам нужно хруща и черепаху победить битликом вообще без бомб. Вот это жесть. Без бомбочек, я думаю, будет тяжело. Так что неважно, какие у нас тут бомбы, просто не будем во время битвы кидать ни одну бомбу. Так, я думаю, спин крутить не буду. По-моему, хруща это у нас не такая уж сильная тачка, не такой уж сильный боссик. Мы, может, его и так битком загасим. Главное, ребята, нам не нажать на бомбочку, а так хочется. Будем просто пытаться битком грызть этого хрущаку. Ё-моё, а? Не получается пока, ребята. Так, иди сюда. Так, давайте. Как-то не знаю. Ладно, все, ребята, надо, наверное, сматываться за жизнью. Так, давайте немножко полетаем. Нет, я думал, вдруг прилетим на жизнь. Так, ребята, ну что? Что? Они нас зажимают, смотрите, битлик, давай, пожалуйста, кусай, грызи ты этого. Фу, есть. Просто без бомбочек все сделали. Отлично, ну что, идем сейчас на черепашку. Так, я черепаху, ребята, тоже буду без спинов. Попробуем, если уже не получится, тогда, может быть, крутанем спину в надежде, что нам что-нибудь, да и выпадет там путное. Так, нам надо куда-то, ребята, подъехать, может, к этому вот, грызняке. Так, тихо. Черепах, ребята, ладно, все, ближний бой, поехали. Так, нам главное как-то сидеть около черепашки, под черепашкой. Так, давай, иди сюда, ну. Ну что, сколько, половину жизни уже отняли, ребята, уже неплохо. Главное просто удачно, аллигаторы, отстаньте. Так,
переворачивается, ребята, я не знаю, где наш битлик, за трубой где-то спрятался. И есть, ну битляка, молодец вообще, очень классные, мощные у него зубы. Супер, ну что? И осталось у нас, ребята, последнее задание, нам нужно победить капитана Ведро. Капиташку мы должны сделать черепашкой. Тачкой-черепахой. Так, где наша тачка-черепаха? И должны выбрать какую четвертую бомбочку. Так, все, бомбочка взята. Идем на капитана Ведро. Так, крутанул я спин. Ну, как видите, ничего не выпало. Только немножко урона добавилось и все. Ну ладно, ребята. Черепаха и жестянка. Кто же победит? Сейчас мы посмотрим. Так, сразу прилетаем эти тачки мощные. Так, немножко отпрыгнем куда-нибудь подальше. Пока жестянка еще не появилась. Пока. Не, вот она. Вот она. Я уже скинул одну бомбочку. Успел одну бомбочку ей скинуть. Хочу подъехать где-нибудь к этой вот жизни. Вот тут жизнь есть. Ребята, все тут есть жизнь. Тут стоим, короче. Будем махаться сейчас. На. Иди сюда. Жестянутый. На, давай, давай, давай. Кусаем его. Так, кусаем, ребята. Просто кусаем жестянку. И потом возьмем жизнь. Так, чтобы уже наверняка победить жестянку быстро. Так, 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 так. Ай, ладно, меня засосало, короче, как-то. Так, давайте подъедем под жестянку, сейчас скинем. Две бомбочки есть, две бомбочки, ребята, скинул. Ну что, последний, финишный аккорд. И, ну, давай, взрывайся. Смотрите, ребята, есть. Фу, отлично, ну что, задание выполнено. Всех боссов победили нужными тачками, нужными бомбами. С вами был Никита. Ребята, присылайте еще задания. Обязательно их всех пройдем. До скорого в следующих видосиках. Пока.